Всем добрый вечер. Мне кажется, сейчас самое лучшее время начинать снимать влог. Меня не было на ютубе 1,5 года. И за это время я очень сильно изменилась. И вообще изменилось мое отношение ко всему, что происходит в этой жизни. Летом этого года я окончательно пришла на инстаграм, то есть уже стала инстаблогером, так скажем. Начала снимать истории, посты писать, вот все в этом духе. Также вы можете, кстати, подписаться на мой инстаграм, он всегда в ссылке в описании, я там снимаю ежедневные истории, также выкладываю посты, сейчас на тему экологии, дальше буду развиваться и в других направлениях, поэтому, если тебе интересно, обязательно подписывайся, вот, я там делюсь своей жизнью. Я сегодня даже сделала опрос, если бы я вернулась на YouTube, посмотрели бы мои видео, единогласно да, и мне так приятно, и от этого стало еще лучше на душе, и захотелось еще больше снимать. Я, кстати, уже продумала один сценарий для нового видео, очень надеюсь, что это получится. Связано это с очками. Кто не знает, у меня плохое зрение, вот, поэтому я ношу очки, сейчас их покажу. Вот мои очки. Очки ношу на протяжении 6 месяцев, то есть полгода, уже даже больше, наверное. Зрение у меня сейчас левый глаз -2, правый глаз -1,5. Раньше было -1,25, -1,5. Это, скорее всего, как-то разговорное, что ли, более видео. Я хочу больше показывать себя настоящей. Не, мне без очков намного удобнее, комфортнее, и я больше себе нравлюсь без очков. Я хочу себе показывать настоящие, особо как-то не готовиться к видео, показывать такую, какая на самом деле есть. То есть быть искренней. Так, хочу немного сказать, что происходит в данный момент, вообще, что да как, хожу ли я в школу сейчас или нет. Да, это странно прозвучало, но в данный момент мы, наш класс, и 11 не ходит. Кто не знает, я в 10 классе, да. А с последнего ролика прошло 2 года, это было в 8 классе. Потом в 9 я вообще не думала о ютубе, вообще никак, если честно. А с пятницы мы ушли на дистанционное обучение, уже получается 3-й день, мы учимся дома. И то я пока не учусь. Я сделала только половину английского на пятницу, и все. Поэтому я вот хотела сегодня еще в этом влоге показать мою учебу и как я учусь, но это чуть позже. Вот, и поэтому мы нас привели на дистанционное обучение, из-за чего? Из-за того, что в северной части нашей школы нет отопления, и там ставят вот эти трубы, я не знаю, как это называется. Поэтому, да, мы находимся сейчас на дистанционном обучении, а остальные классы учатся в школе, а вот а мы учимся дома. Кстати, знаете, это прекрасно, если честно. Я всегда хотела попробовать домашнюю форму обучения, то есть учиться дома и не ходить в школу, но все равно я хожу в школу. Вчера в понедельник я писала олимпиаду по МХК, ходила в школу к 10 утра. Сегодня я писала олимпиаду по английскому, тоже ходила в школу к 10 утра. Завтра я пойду утром на литературу дополнительную. В пятницу у меня тоже олимпиада. Ну, у меня олимпиада, но по литературе уже. Честно, мне не особо нравится, что я минут 10 только говорю, рассказываю, что это как, почему мне не было. Но я надеюсь, что вы это оцените, так скажем. То есть просто вводили в курс дела, я вам рассказала, что это как, почему мне не было и так далее. Привет, мой братик. Вырос, однако, да? Да. Хотя, не знаю, видели вы его нет раньше. Скорее, нет. Я вчера перевела текст на английскому, но не доделала ДЗ, поэтому сейчас я сделаю английский. Вот мой список, я о нем уже говорила. Доделаю ДЗ по английскому, потом буду делать литературу на завтра, дополнительное, которое. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Доброе утро. Я оделась, потому что через несколько минут, ну, даже, может, через 5-10, я пойду на литературу дополнительную, буду заниматься. А сейчас надо делать уроки. Смотрю и по Пирогову, знаете,
Это уже второй сезон, 12-я серия. Осталось 13-й серии и конец сезона. Как печально. То есть я за 2 дня посмотрела второй сезон. И то я первую серию второго сезона начала смотреть вчера вечером. Это как? Как это работает? Ладно. Пойду досматривать по Пирогову. Надо досмотреть, чтобы потом ее не смотреть. Вот. И буду делать уроки. Мы с семьей через час поедем в город. Братик будет на танцах. А мы с мамой поедем в торговый центр за новой шапкой. Потому что там не маленькая. И моя голова выглядит такой прям такой вообще не очень. Я хочу уже не какую-то вот с бомбончиком. Признанные неэффективными, давно закрыты. Играет. Иду. Короче, мы сейчас сидим в машине, ждем маму. Мы до этого... Он был, короче, на танцах, вот, а мы за это время пошли купили нам шапки. И забрали Раиля, пошли пообедали. Сейчас мы поедем... На плавание. Меня закинут где-то, и я туда поеду домой. Потому что я же не буду с ним тащиться. Я поеду домой, короче, буду дома делать уроки. Я сейчас дома. Я вообще не рассказала, что ДК, куда мы поехали. Я сегодня вообще должна была пойти на волейбол. Я не помню, говорила ты или нет, но я должна была пойти на тренировку по волейболу, но все планы поменялись, и мы поехали отвезти братика на танцы. У меня, кстати, ходит на танцы, на лезгинку. И пока он был на танцах, мы сходили в Монтис, купили шапки. Сейчас я покажу одну. Покажу сейчас свою шапку, которую купили. Вот. Не знаю, как вам, но мне нравится, если честно. Я очень хотела обычный бас, потому что таз вок у меня, она была маленькой, моя голова мне смотрелась не очень. А это прям такая, знаете, база универсальная вообще. Классная.